Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранг, и мы продолжаем прохождение Resident Evil 4 ремейк, и хотелось бы, прежде чем мы продолжим, из хранилища кое-что повытаскивать. Вот мы с вами положить сделаем, так сказать. Уберем, наверное, вот это тоже нам с вами нужно один положить. Все остальное мы, в принципе, с вами можем оставить, я думаю, да? Вот так вот это сюда так отсортируем. Слушайте, мне это чем-то напоминает женскую сумочку. Все мы с тобой сортируем, перекладываем слева направо. А почему патроны я не могу, что ли, повернуть? Во, давай. Во, хорош. И видал, как в женской сумочке все уложили, утрамбовали в этом кейсике. Ну и что ж, теперь мы с вами можем двигаться дальше. Сохранить игру мы сохранили, да, и нажимаем далее. Все, ребятушки, продолжаем прохождение. Вторая глава. Вторая глава. Ну-ка. Что у нас с вами происходит? Загрузка. Все максимально быстро загружается. Жертвенный агнец это был Иисус, если что. Ух, елки, какой стрёмный священник. И Феофан Евпатий Проскурлянский. Это этот самый Всеволод Акакинский. Какого хера? Ну, сейчас с тобой будут играть в игры, в ролевые. Слышь, Янки, привязали. Янки. Лёх. Дед твой лесбиянки. Не разговорчивый. Янки, лесбиянки. Алуссера. Мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Люссера. За сэра такая фамилия. Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Ну-ка. Я понял твой замысел. А, прикинь, какой ты молодец. Первая твоя передряга, да? Да какой догадливый, бородатый дядька. Какой-то в костюме, в каком-то странном костюме. Тамада. Может, пропавшая синьорита? О. Где она? Я жду. Ладно. Слышал, что они переводят. Сеньориту. Сеньориту. Куда? Чао, бамбина, сеньорита. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Но это мы уже видели, кого тащили в церковь. Там патриарх Кирилл приехал на службу. Миерда. Тихо. Оп, аккуратнее, мужик. Ну-ка. Оп, хорош, смотри, как цепи по мордам ему. Ну-ка, эть. Ой. Тихонечко. Ой, мужик, успокойся. Сейчас будет, наверное, шея ломается, да? Или шея задыхается. Что происходит? Ой, шея ломается. Эй, я угадал. Видишь, как шея ломается. Все. Пукан взрывается. Все, Луис снимает наручники. Молодец, эй, Луис. Куда пошел? А ну, стоять. Ах ты какой. А, ну. Хоть ключ оставил, на этом спасибо. Чё, у нас всё спёрли? Чёрт, всё спиздили. Ну. Да, всё у меня спёрли полностью. Как говорится, даже воздух был какой-то спёртый. Так рация откуда осталась тогда, не пойму. Это Кондор-1. Всё ж спёрли. Кажется, её чё за баги, Орлёнка? Да, спасибо. Об этом мне сказал один тип. Какая ты красивая. Назвался Луисом Сэрой. Он какой-то подозрительный. Проверь, Луис Сэра. Ясно, Кондор-1. Прямо сейчас и займусь. Ага. Ханиган. Чё за имя такое? Хани. Хани это... Хани это мёд переводится как, получается... Ханиган. Получается, мёдное ружьё? Мёдное оружие? Или милое оружие? Ну, Хани. Ган это типа как оружие. Глава вторая. Ган это оружие, а хани это получается как милое. Милое оружие, хани-ган. Или медное оружие. У нас там банка с протеином, походу, 10-килограммовая стоит. Слушай, я бы себе такую приобрел бы. Охренеть у вас тут. Белка. Целое кучище. Ну-ка, сейчас мы с тобой... Главное, все сперли, а рацию оставили. Сапожищи какие-то. Сапожищи в дерьмище. В говнище. Сапожище прям в говнище. Ну-ка, у нас твои канализации. Говно по трубам потекло. Вообще должно было, по идее, вонять. Ох, мужик спит. Какие-то бомжи, походу, в этот... Забрались в эти... Как они называются такие эти? В коллектор. Ну, я сразу вспомнил. Коллекторы. Помню, что те, кто названивает обычно за неуплату долгов, коллекторы... Которые также живут, как и в эти бомжи, в этих самых коллекторах.
Чего там овечь, чем-то недовольна властью, я не пойму. Ну-ка, сейчас мы тебе. Вот у нас с тобой освещение-то. Все, мужик. Ой, прости, дрова ты сегодня не нарубишь, к сожалению. Кухонный нож, охренеть. Откуда у вас у всех столько кухонных ножей? О! Прикинь, недалеко вещи-то мои ушли. Так нож у меня сломанный был. Нож там у нас был сломанный. Прикинь, они даже нож мы починили. Вот за это, ребята, вам спасибо. Крыса пищит. В общем, я ее поздравляю, что она пищать умеет. Молодец. А, ес. Оп. А что мне надо было нажать? Какую кнопку надо было нажать? Ну, а тебе. Ой. Ёлки. Охренеть. Ну и подрались, и крыса побежала меня догрызать. Класс просто. Так, еще разок давайте. А, у меня еще же и хп мало. Ну а тебе! Так я успел нажать! Ну а тебе! Ну а тебе! Ну а тебе! Хороших мы его сполосали. Все. Как говорится, ну чики-брики и в дамки. Похоже, нам придется сейчас ее использовать, да? Мы с тобой прям что-то на лоу хп остались. Еле-еле. Одни кухонные ножи у нас с тобой. Давай лучше завязаем. Ненароком. Во. Полный хп восстановили. Так, здесь у нас с тобой все закрыто. Трубы. Сегит пасай, говорит. Сегит пасай. Ну-ка, отец. Ляжки подмыл. Опа, тихо. Оп, все. Да выпендривался на власть. Не нравится что-то. Смотри, бабки 18 косарей оставили. Бабки же у меня тоже не вытащили, не сперли. Но это по скрипту, потому что их нельзя, видимо, выложить. Потом поднять было бы нельзя, я так понимаю. Поэтому так решили сделать. Так, здесь у нас ворота закрыты. Сначала нужно вещи наши с собой забрать. Ну-ка, давай, оп, открываем. Пам-бэк, пам-бэк. Ой, тихо, ворота закрываются. Тихо-тихо-тихо. Побежали, побежали. Тра-та-тир-та-та-тар. Давай-давай-давай-давай, хрен ты. Давай, 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 давай. Леня, 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 Леня. Молодец, хорош. Кувырок, красавчик. Вот что значит настоящий. Настоящий полковник. Настоящий спецназер. Вот, смотри, нож опять сломанный стал. Только что был сделан и сломанный. Это мое. Богоюзерство какое-то. Откуда здесь ножи? Лишние появились. Ножей только что не было, ножи откуда появились. Все, опять у нас с тобой заперто. Че за бред вообще? Че за бред? Что за богоюзерство? Два бага мы с тобой уже в этой игре нашли. Даже если не три. О! Здорово! Хрена себе. Незнакомец, иди сюда. Черный маг. Смотри, у него какой-то... Кто это? Черный маг это? Кто это? Какой-то колдун, походу, из этого может быть. О, опять что, так. Давай поторгуем. Постановление Собянина, походу, на снос этого незаконного торгового этого... Совет торговца, быстрые наживы. Как там продвигаются поручения? Знаешь ли ты, что шпинель, который ты получаешь награду за выполнение поручений, можно обменять на ценные вещи, которые никаким другим образом не добыть? У нас есть целая куча полезных предметов, но я советую в первую очередь взять карту сокровищ. На этих картах отмечены точки, где спрятаны самые ценные сокровища сектантов. Мы с ребятами много времени потратили, чтобы отыскать их, так что эти карты, то шанс разбогатеть. Конечно, чтобы раздобыть сокровища, тебе придется полазить по всяким опасным местам, но тебе ведь это не пугает, верно? Ясен хрен, мы с тобой... Знатоки этих самых сектантов. Так, борьба с вредителями. Нужно перебить. Хотел, думаю, побрить, показалось. Нужно побрить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаю, разносят они какие-нибудь болезни. Лучше перестраховаться. Поручение уничтожить всех крыс. Зона заброшенная фабрика. Наград шпинель 3. Прогресс 0 из 3. Ясен хрен так. Грязунов-то надо гасить. Синий медальон уничтожили. Во, хорош. Три шпинель. Ни хрена себе. Как ты там? Из широких штанин у себя там, из труханов достал. Ты как такой, знаешь, как эксгибитонист обычно пластик раскрывает. У них там одна штучка такая, как говорится, 9-миллиметровая. А у них тут, у него тут, опачки, тут целый наборчик у нас с тобой, спецназера. Прикинь, волынами торгует. Люто, люто, что сказать. Починить можно было бы оружие, починить бы можно было бы нож, но я даже не знаю. Так. А, чё мы с тобой... А, вот что можно, прочность повысить. Конечно, это хорошая штука, кстати говоря. Скорость атаки в полтора раза. Купон на улучшение. Сколько у меня купонов этих? Вот это чужак. Вот это чужак. Тот чужак. Повысить шанс критического попадания в 5 раз. Либо 80 косарей, либо купон на улучшение платное. Откуда они у меня вообще есть-то? Прикинь, у тебя купоны есть на улучшение платное. Хороший выбор. За какую такую заслугу нам с тобой ее дали? Перезарядка.
ускорить можно за 4К. Слушай, лучше, наверное, нам с тобой прочность ножа повысить. Держи, попробуй. Держи, попробуй. Специалист, как ты, сразу заметит разницу. Ну, ясен хрен, мы с тобой профессионально, жемчужное ожерелье. Я бы хотел бы, знаешь ли, это ожерелье преподнести. Ну ладно, хрен бы с ней. Переживет хоть в другой раз. Так, СР, М. Прицел в подарок, спешите, ни хрена себе. Какая круть. Улучшение для кейса, конечно. Лишнее... Да, лишнее пространство у нас с тобой на нашем компе нам бы не повредило, это факт. Так, сапфир, графин. Молодец, тебя поздравляю. Главоломка мы останем. Чем еще приходи в любое время. Вот мы с тобой улучшили нашу сумочку дамскую. У меня с тобой до хрена будет ножей. Нож мы с тобой починили. Так, знаешь, у нас с тобой целая куча ножей понабирали. Будем в ножички играть. Как этот, помнишь, в карателе там был у нас с тобой такой. Ну, в ножички. Так, это что нам с тобой надо делать? Объединить, да? Так, объединить, давай. Объединим. Так, нет, у нас чего есть? Такая хрень у нас с тобой есть. Давай сюда вставим это все дело. Во, хорош. И вот эту штуку мы с тобой вставим во второе гнездо. Хорош. Два камня, бонус X 1,2. То есть за десятку мы можем ему сейчас это дело все... Время. Впарить время. Давай объединим с тобой. Тоже эту штуку сюда наденем. Ожерелье. Так, все у нас с тобой. Цена стала плюс 4000. А множитель почему не повышается? Охренел, привет, что ли? Здорово. Так, продадим тебе это все дело. За 12к. Надо нож по-хорошему реально усилить. Боевой нож на все случаи жизни. А чего он, не пойму, улучшает урон. Ха, ну да, это классно. Перезарядку надо улучшить для волыны. Почему внешний вид пистолета не меняется? Да, я тебя поздравляю. Ваше мастерство. Ну, походу. Простите, ключ такой чего домик нам, наверное, не нужен, да? Я так понимаю, если мы с тобой все это дело уже вязали. Кухонный нож, что-нибудь за 200 не лучше, что-то пока что оставим. Пускай будем просто вязать его и все. Порох у нас с тобой хорошая штука, нам понадобится. Будем... крафтить с тобой предметы. Так, мы продали. Много отличных товаров, чужак. Да я уже заметил. Чё у меня все время... Да, только... Только там не убейся. Хорошо. Как скажешь. Так, что у нас там есть хранилище? Ну, в хранилище вообще ничего, кроме пистолета, ножа и этого, ничего вообще брать не можем. Че за бред вообще? Нахрена мне все это с собой таскать? Да. Тинг! С тобой кассовый аппарат сработал. Что это, кассовый аппарат или микроволновка, хрен его поймешь. Так, давай заберем. А где все крысы? Как только крысы узнали, что у нас дало постановление, Собянин дал истребить всех крыс, так все крысы сразу поразбегались. Почему у меня не появляется лазерного прицела? А, наверное, его надо покупать, я так понимаю, да? Посмотрим, что мы с тобой можем купить. Пушки и привет. Пушки и игрушки, да. Чем я могу тебе помочь? Обменять карты сокровищ. Желтая трава, хорошая штука, желтый алмаз. Спину жутко ломит. Давай получим с тобой карту сокровищ. Да? Ясен хрен. Лазерный прицел 10 стоит. Не охренели ли вы часом? На десятку карт сокровищ продавать. Хотя, в принципе, это неудивительно. Да где я? В деревне дураков, ты что, забыл? Где ты? Серьезно? С тобой. Так, ну нам больше некуда идти. Блин, берись. Ах, на тебе, успокоилась баба. Все. Как мы с тобой бабу, бабку вырубили. Бабка. Не сри в тапке. Ну-ка. Погнали. Так, аккуратненько забираемся, сбираемся. У нас с тобой 14 минут. Аккуратно, пока что нормально идем. Что-то у нас с тобой все это... Орде скорее. На тебе. На тебе, хорош. Ну-ка, бабуля. Бабах! Парагон. Парагон. Парагон, Арагон. А, все, мы всех вырубили, и все. И вся война закончилась сразу, да? Ну-ка. Что такое? Дверь откройте! Ты чё? Дядя Федя! Ну-ка, съел медведя. На тебе, шляпник. Как мы его одним ударом. Я бы еще ему ботинки прокачал бы. На типа хребтине, отдыхни-ка. Тихо, 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 что-то
Отец, успокойся. Что-то у него там... Синдром аутиста в нем проснулся. Синдром ДЦПшника. Ну-ка, скрестим с травой, добавим еще вот такую траву и завязаем, когда у нас ХП мало будет. Пока что не будем это все вязать, смысла не вижу особо. Ты че, на тебе? Через окно не лазим. Вот, через дверь, через главную, которая... Ёлки, я думал, взорвется. Прикинь, не взорвалась дверь. Ты че? На тебе, в шею. Опа, как-то больно, да, тебе? Ой, ва. Ой, ба. Руки. На. Оп. Все. Тихо. Все, мы с тобой зарычали. Валим отсюда нахрен. Ну-ка, расходимся, мужики, расходимся. Закрыто. Досадно, ну-ка. Бабка, отойди. Расходимся, ребята. Сейчас там бахнет, я так понимаю, да? Ты чё, старая? Так, ну-ка, дай бабке сюда. Пенсию. Ты чё, куда ты? На тебе плечо. На тебе, всё, шея захрустела. У нее тут непонятно, то ли от старости, то ли от того, что сломалась, правда. Перезарядка. Ты чё, ты пока перезарядишься, мы уже, блин, отъедем 150 миллионов раз. Ты чё, Индиана Джонс? Так, что у нас с тобой здесь? Ну-ка. Во! Шестигранная эмблема. Такая же, как и текстура. В 2005 году были в этой игре. Разработчики исправляются. Молодцы. Бабах! Окно разбивается. Да. Приятно познакомиться. Окно разбивается, сказка начинается. Ну-ка. Ну-ка. Ать! Хорош, двойной удар. Двойное комбо. Комбо X2. Прям как во вкусная точка. Ну-ка. На тебе. Оп, с ноги, как тебе, с вертушечки. Ты куда? Ты что, у тебя рожу-то перекосила? Успокойся. Ёлки, как больно-то. Не, ну у него, по крайней мере, тело перекосило. Ему похлеще досталось. На тебе. Не надо, говорит. Говорит, не надо, говорит. Бригада, то ли не надо. Маленький ключ. Ты чё? Подкрадываться, любители? Плохая идея ко мне подкрадываться со спины, ребята, я вам скажу. Я тоже так умею. Всё. Так, откроем дверь. Она и была открыта до этого. Походу, я немножко лоханулся. Давай, пойдем на крышу. Окно разбивается, как говорится, сказка начинается. Ай-яй-яй-яй. Сейчас бомба бахнет. Корсарчик у нас там взорвался. Правда, его уже не разнесло. Вот, ну-ка. Оп, хорош. Сейчас мы с тобой заберем сокровище. Морей. Шпинель. А, вот что такое шпинель. Шрапнель. Шпинель, шрапнель. Ну-ка, погнали. Так, что-то у нас свои патроны кончаются, как говорится. Каски завершаются. Ой, сейчас бахнет что-то. Ой, как-то его немножечко осколочно-фугасным корсаром десятым задело. Ты чё? Серп и молот, смерть и голод. Куда пальцем показывать на других неприлично? Сдохни, старуха. Ой. Все старое успокоилось. Бабусь померили. Так, ну-ка. Рубинчик. На тебе! Тихо, аккуратненько. Что-то жар пошел. У нас с тобой что-то бомбануло. Ну-ка, давай. Оп, поворачиваем. Кручу, верчу, как говорится. По мордам зомби надавай. Зомби по мордам надавать хочу. Сколько у меня гранат? 4 штуки, слушайте, ребят. Что-то многовато, по-моему. Они вместе вообще не объединяются? Почему здесь 2 штуки мне дали, а здесь... А, это на цифру 2, типа, быстрая... Быстрый тот самый, как он называется. Быстрый доступ, да? Вот так, быстрый доступ. Лучше быстрый доступ, знаешь, куда с тобой? На цифру 2 сделаем.
То есть первый у нас с тобой будет пистолет, второй будет у нас с тобой дробовик, а, соответственно, третий, четвертый — это граната. Ну, просто по привычной логике. Ты чё, успоко... Вы куда? Удар мне сбросили, собаки. Чё, здесь сейчас должно было быть написано, звук кто-то проблевался. Ты куда, мать? Так, если я оружие выронил, наверное, это значит, что померла. Ой, прости, бабуля. Выпишем тебе инвалидный лист за потерю ног. Все. Все, так, 19/6 плюс 1. Все, бабка, добаловалась ты корсаром. Полетела. Полет старухи. Ой-ой-ой-ой. Валим, 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 валим. Что-то вы тут вообще как-то... Ребята разуряжились. Все. Все, хорош. Все взорвали, все успокоились. Тишина настала. Деревня тут что-то как-то началось в колхозе утро. Так, ребят, ну что у нас с вами прошло? 21 минута нормально для этой серии, нам сойдет. Может быть понравится, может быть нет, хрен его знает. Сейчас будем с тобой решать. Так, мы с тобой объединить нажмем, добавим сюда рубинчик, да, у нас с тобой рубин или какой-то кусок пирога сраного. Плюс 3. Два цвета, бонус 1x1 у нас с тобой идет. Наверное, если одинаковые цвета были бы еще дороже, так понимаю, вышло бы, да? Ну, я, по крайней мере, так подозреваю. У нас с тобой 21 купон на улучшение. Ни хрена себе у нас с тобой. Прям как эти, знаешь, как они, скидочные купоны. Когда выдают за покупку чего-то либо. Вот это теперь то же самое. Хорошо, окей, спасибо большое. За 21 купон. Ты прикинь, нас с тобой тут сколько купонов на улучшение дали. Жесть вообще какая-то. Сейчас мы с тобой вот это вот сюда добавим. Это вот сюда, вот порох. Так, у нас с тобой ни хрена себе, у нас с тобой порох. Надо будет на ребяточке патроны хреначить. Да, наверняка что-нибудь понравится. Привет. Нравится, не нравится, как говорится. Что покупаем? Что покупаем? Пока что мы, наверное, ничего не покупаем. У нас денег нету ни хрена, ничего покупаем. Скорострельность можно повысить. У тебя есть купон? Славно. Держи. Вот так вот давай тогда. Скорострельность ты... повысим. Мы боезапас повысим с тобой немножко у патронов. Вообще, по-хорошему лучше сделали бы, чтобы было более реалистично. У него как-нибудь внешний вид бы, что ли, менялся, блин, как The Last of Vice вот этот вот, блин, как чем сделали там. Могу услужить? Чем еще? Да пока что ничем, братан. У нас с тобой... А, вот, это три вот этих вот сапфиры. Мы с тобой можем обменять вот эти вот потом, вот эти не сапфиры, как они называются, эти камушки. Все. Где крысы все? Что, они где-то спрятались? Так понимаю, наверное, да, где-то засели. Крысы. У нас с тобой... А, нам с тобой в целом надо в этой локации, короче, заброшенная фабрика, это вот там. Правильно я понял? Привет, чужак. Нам с тобой надо посмотреть. Сейчас мы с тобой быстренько грохнем пару крыс. Три, да, там, по-моему, крыс у нас с тобой было. Крыса пищит, ага, слышишь? Смотри, 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 побежала. Крысы — это разносчики инфекции для всех тех, кто не знает, поэтому... Блин, да ты... По скрипту бегает, смотри, вокруг. Все. Борьба с вредителями. Минус одна. Давай, сейчас у нас с тобой еще будет написано. Мы с тобой подсказку специально включили для глухонемых. И вторую давай, и последнюю, третью крыску. Так. О! Да чё ты... Охренеть, сейчас патрон на вас больше потрачу. Я на вас разорюсь больше, чем заработаю. Все, хорош. Погнали, выполнили с тобой задание. Дополнительное. Так, у нас с тобой здесь что было? Вот что-то здесь было. Нам показывают, что здесь что-то есть. Почему я не вижу? Створки, давайте, створки открываются. О, прикинь, сапфир. Сожженных у нас с тобой этих дебрях. Как я понимаю, восклицательный знак — это там, где у нас с тобой эти закрытые ящики всякие, сундуки непонятные вот эти вот. Сундук, фундук, мундук.
Шпундук. Все, ребята, красавчики, мы с вами справились. Ты выполнил просьбу. Ты молодец. Да, какой я молодец. Ну, конечно, постановление Собянина я не могу уж такие просьбы не выполнять. У нас с тобой 6 шпинелей теперь у нас есть. Если что, можно будет их обменять. Но лучше я все-таки дождусь лазерного прицела. Хочу уж лазерный прицел очень сильно поставить. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Понимаю, конечно. Желтый самоцвет круглогранки может стать определенное сокровище. Так же, какой же, как желтые глаза эти трава. Зачем они, правда? Так, сапфир пока что мы оставим. Приходи в любое время. Я приду в любое время, не переживай, обязательно. Так что пока что это все, ребятушки. А скоро мы с вами увидимся. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям, если еще этого не сделали. Будет очень классно, круто, здорово, интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч, не переключайтесь. Будет очень классно, круто, здорово и весело. Так что огромное количество глайдов, летсплеев, все круто, можете найти меня на канале. Спасибо за внимание, до новых встреч, не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки.